Здравствуйте, люди добрые, красные девицы да добрые молодцы. Месяц март уж кончается, а делам в школах и гимназии конца и края нет. Да, не оскуднела земля белорусская людьми интересными, талантливыми, да инициативными. А посему расскажу я вам сегодня не сказку, а вы. В 39-м царстве, в Гродненском государстве, стояла гимназия 7-я, белокаменная. И была там дружина пионерская, Надежда, славная своими делами во всем районе Октябрьском. И работала в той дружине вожатая, девица премудрая да прекрасная, Марина Свет Александровна. И получила Марина Свет Александровна благую весть, что 2018-2020 годы пройдут в Беларуси под знаком года малой Родины. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пригорюнилась Марина Свет Александровна. Никакая мысль не идет ей в голову, как же год малой Родины в гимназии достойно осветить. И тут хоромы пионерские. Основной пионерский лидер ратно Свет Сергеевна лебедушкой всплывает. Что же ты, мой друг, не весел? Что ж ты голову повесил? Аль беда какая приключилась? Беда не беда, а проблема есть у нас. Решение требует. На дворе год малой Родины. Предлагаю калаш о нашем городе славном сделать, о городе Гродно. Стали вместе думу думать, красные девицы. Да ничего придумать не могут. Где же материал хороший найти, чтобы калаш о малой Родине сделать? Тогда кинули клич они среди пионеров гимназии белокаменной. И первый раз бросила Марина Свет Александровна сообщение в Вайбере. Не пришло ответа долгожданного. Второй раз написала ратно Свет Сергеевна сообщение в группе дружины ВКонтакте. И опять не пришло ответа долгожданного. А в третий раз разместили они объявление в фойе гимназии. И закипела работа в дружине пионерской. Беда не так страшна, когда есть друзья. Вот и все, сделали мы общее дело. Все? Да не все. Мы с октябрятами придумали стихотворение про наш славный город. Про город Гродно. Вот и весь!